Так, братцы, мы говорим о галактике. Постоянно повторяем, что галактика — это система, состоящая из звезд, газа и что-то там еще. Система, то есть объединение многих объектов. И нам нелегко их изучать и взаимодействовать друг с другом, с другими формами вещества, излучения. Поэтому много проблем не решено. Но надо двигаться постепенно. Давайте начнем с более простых систем. Чисто звездных. Но и они тоже бывают разные. И попроще, и посложнее. С одними мы уже разобрались, с другими не очень. Давайте постепенно попробуем двигаться от простого к сложному. Вот кусочек неба, знакомого вам, да, нынешнего. Ну да, ну не совсем, безоблачного нынешнего неба. Северные широты, зима, и тут какая-то группа звезд. Это что? Плеяды. О, точно. А вот автомобиль. Какая рекламка. Пока еще не реклама. Вы не знаете марку этого автомобиля. Видно? Да, а почему я рекламирую именно это? Пока не заплатили ни копейки. Я надеюсь. А почему именно этот автомобиль въехал? Верно, вот там значочек такой. А что значит слово Subaru? На японском, естественно, автомобиль за японцем. Никто не знает. Subaru. Плеяды. Угадайте. Да. Это японское слово и означает плеяды. А японцы вообще любят астрономию, и плеяды любят все любители астрономии. Поэтому вот обратите внимание на эту группу, она в точности повторяет рисунок наиболее ярких звезд плеяд. Сколько их там? Ну, много это нет. Ну, я, например, вижу 5. Кто больше? Говорят, самые глазастые до 14 звезд видят плеяды. Значительно это не все. Да? Берем бинокль, видим больше, берем телескоп, видим еще больше. Фотографируем их там. На самом деле их там довольно много. И каждый год количество их там прибавляется. Они что, там почкуются? Нет. Это наши возможности наблюдательные становятся все более проницаемыми, и мы видим там их все больше и больше. Сегодня их там больше тысяч насчитано. Можем ли мы справиться с расчетом жизни такого звездного коллектива? Ну, давайте начнем с простого. Потом к плеядам вернемся. Двойные звезды проще не придумаешь. Одна звезда — это еще не система, а две звезды — это уже система. Два взаимодействующих массивных тела. Ну вот двойная звезда. Как вы думаете, взаимодействие между ними происходит? Гравитационное, я имею в виду. Альберио, Бетта, Лебеди. Известная, очень красивая парочка разноцветная двух звезд. А взаимодействуют ли они друг с другом? Является ли эта парочка системой звезд? Кто знает? Что, вообще никогда не видели ее на небе, что ли? Нет, не является. Видите, написано визуальная двойная. Визуальная, то есть для глаза она кажется близкой парой, а на самом деле в пространстве они далеко друг от друга, это случайное совпадение направления на них, но вовсе даже не их какая-то родственная связь. Ну так получилось, что они на небе близко друг к другу видны. Это, конечно, любопытно, но неинтересно для астрономии. Ну, случайность, мало ли таких. Но бывают пары настоящие, то есть генетически связанные, каким-то образом вместе со существующей, может быть, родившиеся вместе, может, нашедшие друг друга. Ну, вот мы видим, недалеко от нас, кстати, находится пара красных карликов Крюгер 60, ну, или в каталоге переменных звезд вот так обозначено. Три снимка, разнесенные на 12 лет, явно показывают нам взаимное движение в этой паре. Третья звезда случайная, она звезда фона, но чтобы ясно было, что не картинка крутится, а действительно эта парочка с периодом около 50 лет,
обращается вокруг общего центра массы. Вот тут уже система, вот тут уже взаимодействие звезд друг с другом. И надо сказать, двойные звезды – это часто встречающиеся системы. А в окрестностях Солнца, если присмотритесь, нарисован вроде один кружочек, а написано, например, ABC, тройная звезда, AB, двойная звезда, ну, это каталог Близе такой, каталог близких звезд. Вот, Близе, AB, двойная звезда. И вы часто увидите эти самые, или тройная, вот, или двойная, ну, где еще там, вот тройная, вот двойная. И оказывается, что большая часть, процентов 60-65 звезд в галактике упакованы вот в такие пары. Гораздо реже в тройке. Еще реже в четырехкратные системы. Еще реже в пяти. И такая иерархия наблюдается. Чем больше количество звезд в звездной системе, тем реже такая система встречается. Странно. А может быть и не странно. Вот это вопрос, который ставит нам природа. А мы должны ответить. А почему? Одиночных звезд не очень много. Двойных больше. Тройных меньше. Четырехкратных еще меньше и так далее. Как природа организовала такое распределение звезд по семьям? Это можно назвать звездной семьей. Да? Когда вот несколько светил живут рядом, не покидают друг друга далеко. А ближайший пример к нам, звезда, если там Проксиму оставить в стороне, кстати, она тоже в каком-то смысле двойная, Альфа Кентавра, двойная звезда, при небольшом увеличении, кажется, что одиночное светило, при большом мы видим явно две звезды, ну и год от года можем проследить их взаимное движение. Такой рисунок, конечно, не означает, что одна стоит на месте, а другая вокруг нее вращается. Просто астрономам легче изучать движение одного светила, постоянно направляя телескоп на другое, ну, как на точку отсчета. На самом деле, конечно, они оба обращаются вокруг общего центра массы. Двойные звезды крайне полезны для астрономов. Пока звезда одна, ну, грубо говоря, это молчаливая звезда, она вот замкнута в себе, ничего о себе не рассказывает. Когда их две, они могут рассказать о себе. Например, их взаимное, ну, тут четыре положения, конечно, одной звезды, вы знаете это. Бета Персей, Алголь, четыре положения более холодного спутника, более яркой и массивной звезды. Они могут рассказать и какой их размер, и какая масса. Ну, о массе мы судим по периоду обращения по орбите, по размеру этой орбиты. А по физическому размере звезд мы судим по тому, насколько долго длятся затмения. Это график изменения яркости. Темное светило закрывает собой более яркое, глубокое затмение. Когда темное заходит за более яркое, то затмение не такое темное, не такое глубокое и так далее. То есть сразу мы начинаем как бы расспрашивать эту пару звезд о том, как она устроена. Все это рисунок художник. На самом деле до недавних пор мы еще не видели эту систему как реальные два светила. Мы просто наблюдали за изменением блеска Алголя и теоретически представляли себе, что это так. Хотелось бы это проверить. Вот недавно проверили. Видите, увидели движение одной звезды вокруг другой. Но не думайте, что звезда как амеба вот себя ведет. Нет. Это атмосфера наша, земная атмосфера искажает внешний вид звезды. На самом деле они так далеко, что телескопу казались бы точками. Мы смотрим с Земли, атмосфера размывает изображение, и с большим трудом удалось разделить эти два изображения по отдельности. Это специальная система телескопов, интерферометров, состоящая из нескольких отдельных телескопов, ЧАР, это в Калифорнии, на Мауна-Лоа, очень хорошая система из телескопов, она смогла отделить это яркий компонент. Мы его, как всегда, в центр картинки помещаем. Это более холодный, вот прекрасно. То, что мы подозревали, то оно и получилось. Идем дальше. Если две звезды одинаковые, естественно, они по одинаковым орбитам
вокруг общего центра масс обращается. Если одно из светил помассивнее, другое полегче, ну, если закон рычага, да, то, что помассивнее, оно ближе к центру масс, то, что полегче, по более протяженной орбите движется. Ну, предельный случай, это наша Солнечная система, да, Солнце почти неподвижно в центре, легкие планеты бегают вокруг него. Но, в принципе, конечно, все они вокруг общего центра масс обращаются, и это очень помогает нам выяснять их, по крайней мере, их массы собственные, отношения масс. И это, собственно, это единственный способ вообще взвесить звезды, наблюдать их движение в двойных системах. Движение двух светил вокруг общего центра масс – это абсолютно устойчивое, ну, в рамках ньютоновой механики это абсолютно устойчивое движение. Оно может продолжаться вечно. Конечно, звезды вечно не живут, они горят, а потом, конечно, тухнут или взрываются, но пока они еще звезды, вот это будет продолжаться всегда. Два светила связаны гравитацией в общее такое положение. Они могут по круговым орбитам, могут вот как здесь по эллиптическим орбитам двигаться, это уже зависит от того, как природа запустила их на эти орбиты, но это будет монотонно, однообразно продолжаться вечно, очень долго. Но на самом-то деле звезды живые, эволюционирующие существа, они сами по себе меняются, и они могут даже в такой двойной системе как-то нарушить это однообразие. Например, приливный эффект деформирует тела звезд. Они же не точки, все-таки они же реальные тела. Деформирует, вытягивает. Старается одна звезда оторвать кусок у другой. И это иногда приводит к таким вот... Ой, нет, сейчас надо запустить это вот так, с лигом. Вот. Интересно, не хочет запускаться. Ладно, не запустилось. Компьютеру рознь. На моем запускается. Собственно, вот что я хотел показать, что одна звезда может отрывать кусочки у другой, захватывать их в область своего гравитационного контроля, и тогда мы видим, как вещество перетекает, падает сюда, а раз они обмениваются массой, то, естественно, меняются их орбиты. Доминирующим становится не первое, а второе светило, которое на себя перетаскивает массу. И это уже реальная эволюция. Но именно в двойных системах она рассказывает нам о тех объектах, которые без двойной звезды люди никогда в жизни не только не изучили, вообще не нашли. Вот нейтронная звезда. Маленький, темный, грубо говоря, холодный объект размером там 30-40 километров, удаленный от нас на какие-то килопарсеки. Мы бы его в жизни не увидели, и так и думали долго, пока не поняли, что иногда нейтронная звезда может воровать вещество у соседа, у нормальной звезды, и аттракционный диск рассказывает нам, по крайней мере, о присутствии нейтронной звезды и вообще о интересных процессах. То есть двойственность — это всегда полезно. Но если отвлечься от школьной ньютоновой механики, физики, и вспомнить, что на самом деле физика более интересная, а эйнштейновская, то в двойных системах, конечно, эволюция происходит. Они не могут вечно, даже два светила не могут вечно обращаться по неизменным орбитам, потому что их движение вызывает, генерирует какие волны. Гравитационные волны, да. К счастью, мы уже научились принимать гравитационные волны, правда, не от движения, а от последнего мгновения, от слияния двух звезд, нейтронных звезд или черных дыр. Но ясно, что к слиянию приводит медленное сближение компонентов двойной звезды, любой. И двойной из обычных звезд, и двойной из белых карликов, и из нейтронных звезд. Эта эволюция, конечно, лишает красоты некоторой небесной механики. Вот классический небесный механик говорит, двойная звезда — это вечный, неизменный объект. А современный небесный механик говорит, нет, гравитационные волны все равно приведут к тому, что двойная звезда сблизится, ее компоненты сблизятся и, в конце концов, сольются.
Вот интересно, это настоящая природа, а не упрощенный ее вариант. Когда сближаются два белых карлика, они сливаются, их суммарная масса становится больше некоторого предела Чандрасекара, и происходит замечательное красивое явление взрыв Светлой звезды. Двойные и кратные. Ну, двойными мы называем это. Два светила, а когда более двух, мы говорим, это кратное. Многократная, все равно просто кратная звезда, то есть 3, 4, 5 стандартных компонентов. А постепенно выясняется, что прежде считавшиеся двойными, на самом деле почти всегда оказываются посложнее. Ну, например, известная визуальная двойная звезда, которую люди с хорошим зрением, я в школьные годы еще мог различить, сейчас уже не могу, а Мецара Алькор, а кто может? Без очков? Да. О, в очках? Нет, без очков. Да. На московском небе? На московском небе. Ну, в общем, да, это хороший метод проверки. Вот, мы ее всегда, и арабы, и мы, когда были маленькими, считали ее двойной звездой. Потом получили в руки телескоп, посмотрели, а Мецара-то, оказывается, сам по себе распадается на два компонента. И в учебниках написали, что это на самом деле тройная система. Хотя долго было сомнение, а вообще Мецара принадлежит этой паре, или он просто тут проходящий какой-то случайный объект. Теперь мы убедились, что принадлежит, что он член этой тройной звезды. Потом навели спектроскоп, посмотрели на Мецара А, ну, на более яркую из этих двух варочек. Смотрим, а спектральные линии то расходятся, то сходятся, то их две, то одна. О чем это говорит? Никаких сомнений. Это так называемая спектрально-двойная звезда. То есть мы не можем различить их по отдельности, но по поведению линий спектра понимаем, что эффект Доплера нам демонстрирует гостиность. Ах, так тут не три, а четыре. Потом навели спектроскоп на Мецара Б. Ну и вы понимаете, чем дело было. Он тоже оказался двойным, так их там пять. Но это все спектроскоп нам подсказывал. Мы не могли их различить по отдельности. Но техника идет вперед, и не так давно Мецара А уже сфотографировали. Ну, это главный компонент, а второй компонент вокруг него бегает. Это с помощью интерферометра тоже на Маунт-Вилсон обсерватории. Теперь мы по отдельности видим эти две звезды. Хорошо. А как стоит дело с Алькором? А, вот как. Самая современная техника показала, что у Алькора тоже есть маленький спутник. Алькор Б. Сколько же их там? Шесть. Шесть светил, упакованные. И вот тут у небесных механиков начинаются проблемы. А могут ли шесть светил жить в коллективе? Они слишком ли хаотично, они будут друг с другом взаимодействовать, чтобы этот коллектив какое-то время мог существовать. Начинаются проблемы. Может быть, мы в чем-то ошиблись? Может, с Мецаром Алькором мы поспешили назвать это шестикратной звездой? Нет, не поспешили, есть и другие примеры. Вот тут, на этом кусочке неба, перед нами созвездие Близнецы. Альфа-близнецов. Кастер тоже оказалась шестикратной звездой. Посмотрите, как интересно она устроена. Тесная двойная. Расстояние около сотой доли секунды. Вторая тесная двойная. Расстояние примерно такое, двое меньше. Друг от друга они отделены гораздо большим расстоянием. Несколько угловых секунд. То есть тут тесная система, тут тесная система, а между ними большое расстояние. И еще третий компонент тоже двойная, но на еще гораздо большем расстоянии. Вот это уже для небесной механики почти устойчивая вера. Эти два воспринимают друг друга как одиночные звезды. Глядя издалека на двойную, вы практически чувствуете притяжение к их центру массы. Вы там не различаете, что их две. Эта далекая система воспринимает вот это все как некую массу там, вдалеке от нее, и не знает, она из четырех звезд или из одной состоит.
И в этом смысле это двойная, это двойная, это двойная система из двух кусочков, и это двойная система. Мы видим несколько уровней иерархии. Каждый раз расстояние в несколько раз увеличивается и дает возможность упрощать взаимодействие между звездами. Вообще, общая проблема в небесной механике. Можно ли описать взаимное движение звезд, когда их больше двух, ну, когда две, это еще Ньютон писал. Кеплер обнаружил, что по эллипсам, а Ньютон объяснил, почему по эллипсам. А вот три. Ну, казалось бы, где две, там и три. Математики мучились несколько столетий. Наконец нашелся гений, Карл Зундман, финский математик, который нашел математическое выражение, аналитическую форму для описания взаимного движения трех звезд. Но эта формула выражается в виде суммы ряда большого количества членов. Насколько большого, я не могу это число прочитать. Вообще это что-то сверхъестественное. Не то, что ни один компьютер, вообще никто не сможет сложить такое количество членов, чтобы даже описать движение Земли, Луны и Солнца в течение года. То есть Зундман нашел решение задачи, но оно никому никакой пользы не принесло. На самом деле можно сказать, что его нет. Вот очень странная математика ситуация. Формально найдена, а реально не может быть использована. Но оказалось, что некоторые варианты движения трех звезд можно легко описать, если специально подогнать начальные условия. Вот такие, например, варианты движения вокруг общего центра масс, однообразного, регулярного, периодического движения трех звезд. То есть мы специально подобрали взаимные расстояния и скорости, и они будут вечно двигаться. Другой вопрос. А в природе может это реализоваться? На бумаге – да. Уже в компьютере нет, потому что компьютер считает с умеренной точностью. У него всегда есть какая-то разрядность числа, и последний знак всегда округляется, случайным образом меняется. И уже компьютер, если вы зададите ему такой или вот такой вариант движения, не по круговым, а по эллиптическим орбитам, он 1000 оборотов посчитает, а потом они начнут хаотически двигаться и разлетаться. Но в природе всегда. То есть оказывается, что в природе вот такие, в чистой математике можно такие варианты. Я покажу вам один вариант движения трех звезд, но это просто фантастика. Вот так вот они движутся. Класс. Но это в идеале. А если вы начнете на компьютере гонять, то есть интегрируя систему дифференциальных уравнений, всего три взаимодействующих точки, каждая к двум другим притягивается элементарно, можете записать это в любой медленно считающей машине, то окажется, что они быстро разбалтываются. На самом деле, когда три звезды, раз, два, три, вы помещаете в пространстве и говорите, а ну-ка взаимодействуйте гравитационно, всегда, или почти всегда, оказывается результат такой. Они начинают притягиваться к какому-то общему центру, ну, каждый к двум другим, падают в район центра масс. И взаимодействие заканчивается тем, что две звезды, ну, в данном случае вторая и первая, связываются в двойную систему. Ну, двойная – это надежная, это устойчивая, это всегда. А третья звезда уносит избыток энергии, поскольку эти уже связались, отдали часть своей энергии, и как из пращи выстреливается и улетает из этой системы. То есть природа предпочитает двойные. Третий лишний. Но не всегда. Мы же знаем, есть трехкратные, четырех, пяти. Мы видели шестикратные звезды. Таким же образом они в природе существуют. Вот, не буду называть, что это за созвездие. Сами знаете. А что вот это? Туман Стеллиона. Заглянем внутрь. Вся она нагревается
за счет излучения всего 4 звезд. Там тысячи новорожденных звезд, но они все довольно мелкие, роли не играют никакой. А вот эти 4, 1, 2, 3, 4, под названием трапеция Ориона, они очень массивные, они самые главные источники тепла, они всю эту туманность Ориона нагрели, они замали. И они же главные источники масс. Можно считать, что они не замечают остальных. Они такие массивные, что для них вот эта мелочь вся, это так вот. Ну ага, 4 звезды на сравнимом расстоянии живут и ничего. А дело в том, что они только родились. Им от роду 1 000 000 лет. Они еще не успели даже одного пролета сделать вот через эту область. Мы точно знаем, чем дело кончится. Через 1 000 000 лет они разлетятся в разные стороны. Может быть, 2 из них окажутся в виде двойной системы. Может быть, 2 других окажутся как двойная система. А может быть и нет. Но, скорее всего, они потеряют взаимную связь, потому что 4 звезды близкой массы, ну, похожей друг на друга массы, и расположенные на похожих расстояниях, как показывают компьютерные эксперименты, аналитические вычисления, не могут долго существовать рядом. Обязательно хаотическое движение заставит одну туда, другую сюда вылезть. Может быть, пара какая-то получится. Ну, вы скажете, а как же так? Мы же умеем рассчитывать движение космических аппаратов. Первая в истории задача, решенная для 3 взаимодействующих тел. Когда запускали в 59 году, кстати, юбилей, к обратной стороне Луны нашего внутри. У нас тело, 2 тела, 3 тела. Как же вы справились с этой задачей, небесные механики? Ну, они же хитрые. Они же знают, что 2 этих тела, огромные, массивные, а это банка весом 100 килограмм, она никакого влияния ни на Луну, ни на Землю не оказывает. И на самом деле задача упрощается. Она называется ограниченная задача 3 тел. Ограниченная в том смысле, что 2 тела считаются взаимодействующими друг с другом, орбита Луны и Земли немножко рассчитывается как 2 двойной системы. А потом в этой картине запускается 3-я невесомая точка, которая подчиняется притяжению к этим 2, но сама на них влияние не оказывает. И тогда мы можем эту задачу решить абсолютно точно. Вот перед вами Земля, Луна и некий космический аппарат, который летает в их общей гравитационной яме, как говорят, ну, в области гравитационного контроля. Он одно время может быть спутником одной, в другое время другой планетки, в данном случае Луны. Ну, картинка стабилизирована, на самом деле Луна, конечно, обращается вокруг Земли. Ну, картинку остановим, чтобы они тут не бегали. И смотрим, как 3-я точка. Эта задача решается вполне надежно, ограниченная задача 3 тел. Но есть варианты, когда и 3 тела сравнимой массы тоже могут достаточно долго и однотипно, однородно двигаться вокруг общего центра массы. Что я сделал в этой системе? Я 2 звезды на близком расстоянии расположил, а 3-ю далеко. И 3-я воспринимает эту парочку как компактную массу. То есть можно сказать, что это двойная система, один из компонентов которой тоже двойная система. Тут 2 уровня иерархии. Близкое и более далекое расстояние. А можно идти по этому пути дальше. Взять 1 компактную двойную, 2. Чувствуете, это похоже на кастер, да, уже? Мы моделируем ту самую 6-кратную систему. Вот, пожалуйста, 2 двойных, и эта парочка тоже является самостоятельной двойной системой. Ну, можно и 3-й уровень иерархии придумать, да? Тесная двойная, более далекий компонент и еще более далекий компонент, который воспринимает все это как массу, сосредоточенную где-то тут, в центре массы. И так можно настраивать эти уровни иерархии, но особенно долго. Ну, вот самые сложные, какие мы видели в природе, это 6-кратная система. Есть подозрение, вроде бы, что есть 7-кратная, то есть следующий уровень иерархии. Но пока это подозрение мы проверить не можем. Таким образом, хаотическое движение даже 3
звезд всегда приводит к распаду, а вот такое иерархическое построение, оно гарантирует, что некоторое время эта система не распадется. И чем выше иерархия, то есть чем больше отношение расстояния между компонентами к их взаимному расстоянию, тем устойчивее такая система. Вот это самое устойчивое, не очень, а это, в общем, мало устойчивое. Два типа сложных звездных систем. Реализуются ли в природе иерархические системы высоких уровней, мы пока не знаем. Просто наших аппаратных возможностей не хватает, чтобы их обнаружить в природе. Теоретически, я когда-то сделал работу и показал, что в галактике нашей, в галактике не может быть иерархических звездных систем, населенных более чем 128 звезд. Но мы пока только 7 кратными подозреваем, что есть, а даже до 8 кратных еще не добрались. Да, Анатолий Владимирович. Пожалуйста. Какие-то новые планы у нас? Нет? Нет, ничего не меняется. А на телескоп? После завершения. Ну ладно, хорошо. Еще же будет Ольга Касьянова доклад. Ну, потому что у нас здесь нет. А плеяды. Мы уже говорили о плеядах. На первый взгляд, небольшое количество звезд. А на самом деле, когда аккуратно хороший телескоп подсчитываешь, их там более 1000. И общая масса тоже под 1000 масс Солнца. Можем ли мы аккуратно рассчитать эволюцию вот такого сложного агрегата? 1000 звезд, разные массы, взаимодействующие друг с другом. Сегодня можно. Нет, сегодня компьютер справится с такой работой. 1000 взаимодействующих точек – это не сложно. А 400 точек, вот как в скоплении Месье 34, ну это вообще работа для студентов. И для компьютера настольного, вполне такого домашнего. А вот есть задачки и посложнее. Шаровое звездное скопление. Миллион светил. И надо еще помнить, что каждая из них тоже живой организм. Оно меняется. Оно, каждая звезда теряет массу. Оно может сталкиваться с соседями. Оно влияет на соседей. Вот тут уже наши компьютеры становятся в тупик. Есть, правда, выход. Специализированные компьютеры, не те, что у нас универсальные на столе, а заточенные именно на решение небесно-механических задач, точнее говоря, звездно-динамических, как мы их называем. Вот наши коллеги в Японии сделали специальный процессор, и они миллион звезд могут считать, но при этом не учитывая собственную эволюцию звезд, то есть потери ее массы, а мы знаем, Солнце теряет массу, звезды ветер. Другие звезды, так, планетарные туманности сбрасывают. На самом деле звезда очень в течение жизни сильно меняется. И вот это учитывать при расчете. Так, интересно, будет у меня вот штука работать? О, заработал. Вот компьютер справляется с расчетом для нескольких десятков звезд. И мы можем посмотреть, в каком направлении идет эволюция такой звездной кучи. Кстати, их так раньше в русском языке и называли. Не звездные скопления, а звездные кучи. Короче, термин, правда? Смотрите. Поначалу они все были однородно разбросаны в пространстве, но начинает формироваться центральное уплотнение, даже какое-то ядро у этого скопления. Да? Более разреженная периферия, более плотное ядро. Это наталкивает на какую-то мысль, что у таких больших звездных скоплений есть какое-то общее направление эволюции от однородного, а от более концентрированного, неоднородного распределения. Вот тут явно уже, да, ядро начало получаться. Да, действительно, мы видим некоторые скопления, ну так, не очень ярко, а неоднородные. Есть, конечно, неоднородность, но очевидного ядра мы тут не видим. А некоторые скопления, видимо, уже дальше продвинулись в своей динамической эволюции, и у них это не значит, что они тут слились все звезды, мы понимаем, да, это просто наш телескоп не может различить по отдельности. Но очевидно, что тут плотность звезд, и тут, ну, в тысячи раз различается. То есть каждое скопление, оно еще какой-то жизнью своей живет, каким-то образом меняет. И тут уже наши небесно-механические методы сдаются. Мы говорим,
рассчитать движение каждой звезды в таком сложном большом агрегате мы не в состоянии. Но ведь и мы не в состоянии рассчитать движение каждой молекулы воздуха вот в этом объеме. Но физика давно уже придумала методы, которые справляются с расчетом больших систем населенных. Статистические методы, средние какие-то характеристики можно вычислять. Мы точно знаем, как молекулы в этой комнате, а их тут миллиарды и миллиарды, распределены по энергии, по кинетической энергии, например, по движению. Есть медленно движущиеся, есть быстро. И понимаем, что тут нечто такое происходит. Взаимодействие друг с другом, одни звезды немножко притормаживаются, теряют свою скорость и падают в центр. Другие за счет этого разгоняются и уходят куда-то на периферию, а может быть и вообще теряют связь со скоплением. То есть что-то общее между газом и такой большой системой звезд, которую можно назвать звездный газ, что-то есть. И мы постепенно переходим от таких точечных методов расчета для каждой звезды в отдельности к методам статистическим. Давайте смотреть на совокупность звезд в каждой звездной системе как на некий агрегат взаимодействующих молекул, как их средние характеристики. Вот обратите внимание, вот полетела, видели, полетела звезда? И все, она уже не вернется. Она уже не вернется. И обратите внимание, вон полетела, вон, оп, и ушла за пределы. Она, конечно, ушла за пределы расчетного пространства в компьютере. Но мы видим, что она с такой скоростью ушла, что в реальном скоплении она бы уже никогда... Оп, а куда скопление делось? Что такое? А куда оно делось? Исчезло? Оказывается, это может быть. Оно испарилось. Возьмите стакан, налейте воду и поставьте его на подоконник. Подойдите к нему через неделю. Что будет? Нет, на подоконник в комнате, а не с той стороны. Постепенно количество воды будет уменьшаться, правильно? Куда она девается? Она испаряется. Отдельные молекулы, случайно получившие большую скорость, их соседи толкают, и вдруг там 10 соседей толкнули одну молекулу, она ушла и уже стакан не вернулся. Потому что стакан открытый. Если мы бутылку закроем пробкой, никуда ничего не уйдет. Но скопление звезд – это открытая система, у нее нет стенок. И оно может полностью испариться. Мы говорим диссипация. Ну, по-нормальному, испарение звезд, из звездных скоплений происходит. Мы можем рассчитать, как две звезды взаимодействуют. Понимаем, что они, сближаясь в пространстве, проскакивая мимо друг друга, немножко обмениваются энергией. Взаимное притяжение чуть-чуть перебрасывает одну энергию, а часть энергии одной звезды к другой. И этот случайный хаотический процесс приводит к тому, что то одна, то другая получают скорость больше второй космической. То есть скорости отрыва, скорости ухода. И уходит навсегда. Остальная группа звезд, как нас учит физика, старается распределиться по некому универсальному закону распределения по скоростям и по энергии. То есть большинство звезд имеет какую-то среднюю энергию, мы это называем температурой, характерные энергии. Есть медленно движущиеся молекулы, всегда в любом коллективе медленно движущиеся звезды. И есть быстро движущиеся звезды и молекулы. Но если здесь в комнате молекула случайно получает большую скорость, ну что, она стукнется в стену и все, и потеряет эту скорость, то в звездном скоплении она уйдет и не вернется. И вот этот хвостик, его называют Максвеллов хвостик. Почему? Потому что Джеймс Клерк Максвелл это распределение теоретически нашел, писал его формулы Максвелла. И вот этот Максвелл хвостик – это те молекулы, которые, попав сюда, в область скоростей больше второй космической, больше скорости ухода, они уже теряются. Эти ушли, а эти еще друг друга пихают, взаимодействуют, и то одна, то другая попадают в эту область больших скоростей и уходят из скопления. И так любое звездное скопление не вечно. Оно постепенно
испаряется, теряет свои члены. А оставшиеся, самые быстрые уходят, а остаются самые медленные, самые низкоэнергичные. Они, естественно, сжимаются, у них нет кинетической энергии. Значит, центр скопления сжимается, периферия расширяется, а самые быстрые вообще его покидают. Кто все это оформил в виде нормальной науки? Ну, началось это в начале 20 века. Джеймс Джинс, английский астрофизик, очень сильно продвинул. Собственно, он и связал физику газа с движением звезд, больших звездных коллективов. Потом эти два замечательных астронома узнают? Нет? Это кто? Ладно, а это кто? Классиков надо знать в лицо. Начальство надо знать в лицо. Классиков тоже. Это Виктор Мазаскович Амбарцумян. Действительно великий астроном-теоретик советского периода. Создатель Бураканской обсерватории, очень сильный математик. Меня руки опускают. Амбарцумян. А это великий английский астрофизик. Фред. Господи. Фред Хойл. Неужели не слышали? Ладно, «Черное облако» читали? Фред Хойл. Он еще и фантаст хороший. Это крупнейший астрофизик 20 века. Чего-то это не сделал. Вот. Ну и наконец, вершина звездной динамики. Индийский, ну и точнее он выходец из Индии, а потом работал немножко в Англии, а все остальное участие в Америке в жизни. Как его зовут? Субраманьян. Ну, слава богу, хоть Чандрасекар знает. Субраманьян Чандрасекар. Он оформил это, ну все, он довел до вершины всю теорию звездной динамики. После него уже кое-что делали, но мало что осталось. Он классик. Кстати, Нобелевский лауреат единственный из всех этих четверых, хотя все они были достойны Нобелевской премии, они сделали очень много. Но Чандрасекар, конечно, больше всех. Вот такая история. Несколько слов о том, откуда вообще берутся звездные скопления. Мы говорим, вот скопление, скопление, а как звезды скопились в такую кучу? Но они не скапливаются, они рождаются в такой куче. Мы знаем, что галактика наполнена межзвездным веществом, что звезды рождаются больших облаках, массивных, мы их называем гигантские молекулярные облака. Молекулярные очень холодные, сжимаются, а как сжимаются, газ постепенно делится на части, и в недрах облака рождается группа звезд. Что делает эта группа звезд? Разрушает то облако, в котором оно родилось. Звезды начинают выделять тепло, нагревают вокруг себя газ, он начинает с большим давлением сжать на окружающий газ, и то облако, в недрах которого произошло рождение, видите, как оно разгоняет молодая группа звезд, разрушает облако. Надо сказать, эффективность звездообразования невелика. Из всей массы гигантского молекулярного облака достаточно 3 от силы 5% массы превратиться в звезды, как они уже, остальные 95% этого облака своей энергией разрушают. Но потом это вещество снова где-то соберется в облако, опять будет. Но, как правило, не больше 5% массы превращается в звезды, а остальные 95% снова разлетаются по галактике и ждут момента, когда соберутся опять. Ну и, наконец, в уже продвинутых звездных скоплениях вообще не остается никакой межзвездной материи. Все, что могли, звезды выбросили и живут таким вот коллективом, постоянно теряя своих членов. То один, то другой уходят, и в конце концов вы видели, чем кончается. А мы только на моделях это можем проследить. Полным испарением скопления кончается. Ну, взаимодействие звезд мы уже с вами проследили. Но оказывается, что к небесной механике всегда надо относиться с осторожностью. Она оперирует звездами как массивными точками. То есть масса есть, размера нет, и ничего кроме массы в такой точке в компьютере, в компьютерном расчете нет. Надо помнить, что звезда это все-таки гигантский шар, газовый, и не так просто они друг с другом взаимодействуют. Вот
что говорит нам небесная механика и там звездная динамика о взаимном сближении двух звезд. Летела одна издалека, по гиперболической орбите подлетела, по второй ветви гиперболы симметрично ушла, если они представляют из себя точки массивные или там бильярдные шары, которые не меняют свою форму. А что на самом деле? На самом деле, конечно, гораздо сложнее все происходит. Подлетает эта звезда, чувствует гравитацию. Ну, я тут эту просто закрепил в центре, чтобы не обращать на нее внимания. Чувствует гравитацию, начинает деформироваться. Приливный эффект вытягивает ее, как наш океан, Луна вытягивает. И энергия этой деформации откуда черпается? Да откуда? Вот из кинетической энергии полета этой звезды. Деформация произошла, звезда притормозила. Неужели уйдет по гиперболе, а перейдет на связанную эллиптическую орбиту? Второй раз подлетит через перицентр, то есть через ближайшую точку орбиты. Произойдет примерно то же самое. Орбита сократится. Еще раз. И еще. И так за несколько пролетов она выйдет на круговую орбиту. И из отдельных двух звезд получится двойная звездная система. Это более реалистический вариант, а вероятно, в плотных звездных скоплениях, где часто звезды сближаются друг с другом, он реализуется. Вообще говоря, столкновения могут быть и прямые. Кто запретил звездам сталкиваться со своими телами? Никто не запретил. Да это происходит. Но происходит. Давайте посмотрим, как. Это гидродинамический расчет. Что-то компьютер не очень тянет. Ну, давайте посмотрим. Вот они сейчас соприкоснулись. Ну, естественно, притормозили, да? Потеряла она энергию. Этот расчет, он показывает эволюцию не только звезд. Скажем, две звездные системы, две галактики примерно так же себя ведут. Ну, еще один какой-нибудь вариант. Вот. Сейчас будет касание. Раз, притормозило. В основном приливный эффект тормозит. Раз, еще раз. Вышел на круговую орбиту. Но радиус орбиты меньше радиуса звезды. И они уже так плотно друг в друга вклинились, что уже никогда не расстанутся. И слились вместе. То есть звезды еще могут и сливаться. А все зависит от скорости. Если на большой скорости столкнулись, разрушают друг друга. Если на маленькой скорости, сливаются. Посмотрим. Но это совсем тесное, такое прям вот почти разрушающее друг друга столкновение. Но такие тоже бывают. Еще один расчет. Это довольно сложное, и показывают я быстро, а счет компьютерный происходит довольно долго, потому что трехмерное тело, ведущее себя как газ с перепадами плотности, довольно сложно на компьютере считать. Надо учесть и разницу температуры, и давления, а вообще-то, по идее, еще этим составом. Ну, как видите, слияние звезд тоже не может происходить. Вот таким образом. Часто ли это происходит? А это зависит от того, в каких условиях звезд. Если в окрестностях Солнца, да, они никогда тут друг с другом не сталкиваются. Такие расстояния между звездами. А если взять ядро нашей галактики, там в миллион раз больше плотности, даже несколько миллионов раз больше плотности звезд в пространстве, чем здесь, в окрестности Солнца, там столкновение происходит, конечно. А где и какие скопления звездные мы сегодня имеем? В диске галактики. Осталось уже не так много межзвездного газа, из него крупные звездные скопления в нашу эпоху не рождаются. Рождаются те, которые мы называем рассеянные звездные скопления, по-английски open clusters. Ну, в них от нескольких сотен до нескольких тысяч звезд. А в голубой галактике мы наблюдаем некоторое количество, около 200 штук, очень массивных шаровых звездных скоплений. Когда они там родились, и там ли они родились, или попали откуда-то издалека, мы не знаем. Пока это открытая научная задача. И вот что я вам хочу показать. Мы уже приближаемся к темной материи. Эти самые шаровые скопления, они летают в голову галактики, где
хаотически движется, кроме них, еще какое-то количество звезд, какое-то количество газов. И можем ли мы эти, даже пока не знаем, откуда они взялись, можем ли мы эти шаровые скопления использовать как научный прибор для изучения вот этой области? Ну, летают они себе и летают. А что они могут рассказать о галактике? Кое-что могут. Вот смотрите, как происходит взаимодействие массивного звездного скопления, мы его в первом приближении можем считать, это просто здоровенный кусок массы, который летит сквозь галогалактики, где много-много отдельных случайно летающих звезд, как мы говорим, фонов, звезды. Они все более или менее однородно в пространстве распределены, а эта тяжелая масса идет сквозь них. Идет, притягивает их к себе. Она летит вперед, на нее летят отдельные звезды, и они испытывают к ней притяжение. Пролетев мимо этой большой массы, звезды немного меняют направление своего движения. И к чему это приводит? К тому, что они позади собираются в плотную кучу, немножко уплотняются. Если впереди пространственная плотность звезд какая-то определенная, то позади скопление, она становится выше. И к этому избытку массы возникает избыточная сила притяжения. Так скопление ни к чему определенному не притягивалось. Со всех сторон одинаковая головка. Но пролетев через его часть, само скопление вызывает концентрацию звезд, ну, как сказал бы моряк, в кильваторном следе, вот там, сзади, позади себя. И это постоянно там висит на скоплении. И постоянно притормаживает полет скопления. Это называется динамическое трение, dynamical friction. Все тот же Субраманьян Чандрасекар впервые этот эффект понял и описал в виде формулы простой, как он, насколько сильно он тормозит полет скопления, имеющего там определенную массу, через совокупность звезд, имеющих определенное пространственное распределение. Надо сказать, что тогда же, буквально была середина 30-х годов, еще до, потом он в виде книжки это дело оформил, в середине 40-х, тогда же наш великий физик Лев Давидович Ландау этот же эффект открыл для плазмы. В плазме тоже есть тяжелые частицы, ионы, которые летят в море легких частиц, электронов. И вот так не сговариваясь, Чандрасекар в звездной динамике открыл эффект динамического трения Ландау в плазме. И мы теперь называем эти два эффекта разными именами, там трение Ландау, здесь эффект Чандрасекар. На самом деле по физике это одно и то же. Скопление тормозится. Тормозится, а значит падает. Когда спутник тормозится в атмосфере Земли, он приближается к центру Земли. Звездное скопление, которому хотелось бы летать по какой-то вот орбите вокруг центра галактики, притормаживается, оно постепенно сокращает размер своей орбиты и приближается к центру галактики. Таким образом, мы можем с помощью скопления, ну, многих шаровых звездных скоплений, почувствовать, что же тут в голове галактики, с кем же эти самые скопления взаимодействуют, есть ли там какое-то вещество или нет там какого-то вещества. Но об этом будет рассказ во второй половине моей лекции. А пока лозунг, что мы еще многого не знаем. Мы не знаем, откуда в нашей галактике взялись шаровые скопления. А родились ли они до нашей галактики или после. Мы не знаем, какова их судьба будет в будущем. Распадутся ли они или на их месте что-то еще останется. Но сегодня мы их используем как тестовый прибор для изучения галогалактик, потому что их там немало, их там несколько сотен, и они нам рассказывают о том, что там делается в гало, потому что это загадочная область, там какая-то темная материя, и с ней взаимодействуют шаровые скопления, они нам могут о наличии этой материи, о ее свойствах рассказать. Так, давайте прервемся, и насколько я понимаю, сейчас выясним, что у нас там, когда кофе, брек или не брек. Да.
Продолжим. Теперь обратимся к еще более обширным группам звезд, галактикам и их коллективам. Мы живем в галактике, а наша галактика в небольшом коллективе под названием местная группа галактик. По-английски local group, но мы говорим местная группа. Таких коллективов, вообще говоря, на небе немало. Куда ни глянь, одиночных галактик редко встретишь. Посмотришь — две. Повнимательнее посмотришь. А, кстати, это какая? Антон Владимирович показывал, как считал, этот парочек. М81, М82, да. Одна из ближайших нам пар. А на самом деле, посмотришь, их тут не пара, а несколько десятков, но тут мелочи всякая. Но главное — внимательно смотреть. И у нас та же история. Вот карта, фотокарта неба. И на ней сразу наша галактика присутствует в виде Млечного Пути, ну потому что мы внутри нее, она хорошо видна. Но приглядевшись, мы начинаем замечать это что? Гладовые облака. А приглядевшись еще? М31, она же туман Андромеды. То есть мы понимаем, рядом с нами есть какие-то еще звездные системы, вроде бы не совсем мы, вроде бы немножечко самостоятельно. Вот с Магеллановыми облаками мы уже разобрались, они внутри большой нашей галактики, если иметь в виду ее самые-самые периферийные части, но все-таки они, конечно, сами по себе. Откуда они взялись, никто не знает. Мы до сих пор не решили, они залетные, в смысле вот пролетают сейчас через головы и потом куда-то улетят, или они всегда были нашими соседями, такими близкими соседями. Потому что теперь они никуда не делаются, я думаю. Они уже так затормозились динамическим трением, что будут на нас падать. Но прилетели они издалека или нет, Магеллановое облако — странная совокупность звезд и газов. Звезд там не очень много, раз в 20 меньше, чем в нашей галактике. А газов столько же. То есть на самом деле это очень большой резервуар межзвездной среды. Мы все ждем, когда же оно на нас упадет и принесет нам очень много нового свежего газа, из которого новые звезды будут рождаться. Но пока звезды рождаются там, в ней самой. Кто знает вот этот объект? Тарантул. Да, она же 30-я Дорадус. Там, ну, в общем, там Бог знает, что творится. Там самые массивные звезды. Малая. А, это, кстати, вот, смотрите, это большое Магелланово облако, да? Кажется, что это какой-то огурец из звезд, да? Ну, сторону бы сказал бар. Но при фотографировании с большими выдержками мы видим бар-то бар, а тут еще вон сколько этой галактики. И вообще она не такая маленькая. Малое Магелланово облако, оно, конечно, поменьше, вот это оно. А это? Ну-ка, кто знает, что это? А это наше родное шаровое скопление, оно тут у нас, оно поближе к нам, 47 Тукана называется, когда-то его звездой считали. Вот, это наше, оно не имеет отношения к Магеллановому облаку, а вот там, собственно, есть скопление звездное. И они пока еще парочкой движутся вокруг нашей галактики, только теряют вещество с периферии, вы это уже видели. Но кроме них, у нашей галактики еще около сотни. Знаете, так быстро меняется ситуация, мы прям не успеваем в список заносить новые члены нашей, ну как сказать, наших спутников. Все время, и благодаря, между прочим, сотрудникам нашего института открываются все новые и новые спутники. Ну, эти старые, их уже лет 60, как открыли, Формекс, ну, Формекс, печь в созвездии. Как правило, называют по имени того созвездия, направление которого данный спутничек обнаружен. Вот такая совокупность из нескольких сотен тысяч звезд, несколько звездных скоплений там есть. Вот что это? Очевидно, не спиральная галактика, очевидно, не Магелланова типа, то есть тут только звезды, нет межзвездного вещества, просто небольшая кучка звезд. Карликовая эллиптическая галактика. Вокруг нашей основной, ну, назовем ее звездной нашей галактики, потому что голод у нее большой, есть газы, есть чего-то непонятного. Ну, звездное тело нашей галактики, оно окружено и Магеллановыми облаками, и еще большим количеством тут и изображенных, и неизображенных карликов. Рядом с нами
Но отдельно от нас находится похожая галактика Туманус Андромеда. Почему Андромеда? Потому что в направлении созвездия Андромеда видно по каталогу Мессия, это М31. Кто ее видел на небе невооруженным глазом? О, многие видели, да? Значит, умеете пользоваться техникой бокового зрения, да? Надо обязательно отвести взгляд, потому что в упор ее практически не видно. Но если посмотришь куда-нибудь вот сюда, то на боковой части поля зрения довольно ясно видно Мессия 31. Конечно, мы видим не всю галактику, вся вот такого размера примерно была. Мы видим только ее ядро, достаточно яркое, чтобы наш глаз его схватил. А симметрично расположена еще одна Мессия 33. Ну вот один раз в жизни я ее невооруженным глазом увидел. Но это было небо очень темное, на Терсколе, там 3,5 километра над уровнем моря. Там действительно море. А так вот на уровне города, да, это невероятно. Даже за городом, но на уровне моря ее без бинокля не увидишь. А это все наши соседи, с которыми мы постоянно живем вместе. Они никуда от нас никогда не денутся, потому что объединены общим притяжением. Но Андромеда, судя по всему, покрупнее. Значит, в этой компании, в местной группе галактик, она главная нашего второго месяца. По массе, по размеру мы примерно вдвое уступаем Андромеде. У нее, разумеется, тоже есть своя компания галактик-спутников. Они прямо видны здесь, вот НГЦ-205 и там Мессия-32. Это тоже спутничек. И обратите внимание, чем дальше спутник от материнской галактики, ну, слово материнская так по традиции мы называем, тут, конечно, нет такой прямой связи. Андромеда не рождала этих спутников. Скорее всего, она сама из них сложилась. Это сегодня доминирующая точка зрения, что каждая большая галактика — это сборище более мелких. Большая поглощает мелочи. Но мы так по традиции говорим материнская, ну, в том смысле, что она тут главная. Это более обширная, разреженная, а это маленькая, компактная, потому что она ближе к центру. Это естественно, потому что чем ближе звездная система к центру более массивной, тем легче она теряется своей периферии звезд. Они отлетают, потому что попадают в гравитационную связь, так сказать, гравитационное влияние гиганта этого. Так сказать, гигант обдирает периферию своих спутников. Это подальше, он еще сохранил где-то на периферии слабо связанные звезды. Это приблизился и многое потерял. Вот НГЦ-205, или, правда, Мессия ее не заносил в свой каталог, но потом ее туда вписали, Мессия-110. Ну, такая вот уплотненный центр, разреженная периферия, эллиптическая галактика, то есть в форме огурца, и почти никакого межзвездного вещества. Есть там немножечко, вот мы видим пыль, но ее там совсем мало. Ну а Мессия-32 это суперплотная, супер обрезанная такая совокупность звезд. Судьба ее не очень понятна, но мы предполагаем, что когда-то это тоже была довольно крупная галактика. Но сейчас ее ободрало до такой степени, что остался только самый плотный центр, а вся периферия уже вошла в состав туманности Андромеды. Конечно, это не единственные спутники. У Андромеды есть такого же типа, как у нас, карликовые эллиптические галактики. Вообще там тоже несколько десятков, и каждый год еще несколько новых открывают. А принадлежит ли Мессия-33, которая в созвездии треугольника видна, компании, которой руководит Андромеда, пока не ясно. Они все-таки довольно далеко друг от друга. Может быть, Мессия-33 самостоятельный, третий по массе член нашей местной группы. А может быть, она все-таки обращается вокруг Андромеды. Вот пока мы это выяснить не смогли. Мессия-33 такая умеренно среднего размера спиральная система. Ну, ясно, что спиральная, но масса небольшая, ядро слабо выражено, звездных скоплений мало, но все-таки что-то такое среднего размера спираль. Итак, Андромеда
и ее совокупность спутников главная в нашей Месяц в системе, мы на втором месте со своей компанией спутников. И, конечно, компания гораздо лучше изучена, они ближе к нам. Мы их открыли больше, Андромеда все-таки далеко, там почти 2 миллиона световых лет. Ну и там скоро всех спутников уже обнаружим, телескопы дотягиваются до них. Ну и вся местная группа примерно вот так вот выглядит. А ее центр масс смещен к Андромеде, он где-то здесь. Мы на втором месте. Треугольники эта спираль совсем мелкая, но есть какие-то далекие члены. А более далеких нет. И мы понимаем, что их и не должно быть. Понимаем с тех пор, как обнаружилась антигравитация. Или, как мы ее иногда называем, темная энергия. Вы знаете, что уже 20 лет астрономы почти уверены в том, что во Вселенной действует сила взаимного отталкивания, грубо говоря, антигравитационная сила. Ее приписывают некой темной энергии, носитель которой мы пока не можем понять. Но понимаем, что если бы какая-то небольшая звездная система была за пределами вот этого вот, в этой области размером примерно 3 миллиона световых лет, то эта самая антигравитация отбросила бы ее. Совокупной массы членов местной группы не хватило бы, чтобы притянуть более далекий член и удерживать его здесь. Антигравитация, которая заполняет этот объем в виде темной энергии, она бы его отбросила, и он бы постепенно ушел. То есть мы с более далекими членами галактического мира теряем постоянно связь, а с этими не потеряем. Тут их собственное притяжение победило антигравитацию. Вот еще раз, это мы, это Андромеда, ну а это параметры, которые мы сегодня выяснили. Примерно 2,5 на 10-12 масс Солнца — это полная масса вот нашей местной группы. Как она распределена? Ну, примерно 2 к 1 Андромеда по массе. Карликовые спутники и наши, и Андромедины, они разнообразны. У некоторых нет газа совсем. А у некоторых газа так много, что там постоянно рождаются новые звезды. Вот NGC-6822. NGC, вы знаете, New General Catalog. Это 19 лет. Сын Герши, в основном, создал каталог. Мы им пользуемся. Вот такая насыщенная межзвездным газом, небольшая системка, но там постоянно вот оболочка сверхновая видна, то есть там молодые звезды, массивные звезды рождаются постоянно. Не можем понять, почему в одной системе небольшой нет газа и нет навороченных звезд. Все, что там было в виде газа, уже давно превратилось в звезды. А другая, вроде такого же размера, такой же массы, она за эти миллиарды лет не израсходовала свой газ, а продолжает его удерживать, и из него формируются новые поколения звезд. Это загадка. В чем разница между ними, если одна вот активно звездообразование, как это проявляет, или вот как это, тут прямо вот комплекс такой звездный, а другая давно уже весь газ съел. Вы знаете, конечно, что астрономы, изучив большое количество галактик, разложили их в какую-то простую такую морфологическую классификацию. Это еще Хаббл сделал, вилка Хаббла. Эллиптические галактики разной степени сплюснутости, практически лишенные межзвездного газа, и спиральные, так или иначе демонстрирующие уплощенную форму, вращение и спиральный узор на своем диске. Спирали бывают простые, когда спиральные ветви из центра проходят, и спирали пересеченные, бар, из концов которого выходят ветви. Как видите, в нашей местной системе представлены не все. Андромеда, ну с Андромедой сложный вопрос. Наша галактика точно спиральная. Вот она какая-нибудь СББ, вот такого типа. Андромеда уж точно без бара. Что-то там как-то вот проследить спиральные ветви мы до сих пор не можем. Она очень неудобно к нам ориентирована. Мы ее видим почти с ребра. Если бы видели
плашмя, вот как везде 33 треугольники, там спиральная нержина. С Андромедой нам не повезло, и мы до сих пор говорим, что она спиральная галактика, но никто не нарисует картину спиральных ветвей в Андромеде. Ну, вероятно, да, наверное, вот такого типа. А скажем, крупных эллиптических галактик у нас нет. Те мелкие спутники, которые вокруг нас бегают, ну, они к этой категории крупных эллиптических, конечно, не относятся. Но есть еще одна порода галактика. Ее вот у Хаббла не было, а потом он смотрит, есть системы, которые ну, не укладываются в это во все. Он их так в мусорную корзину отбрасывал, накопилось их много. Мусорная корзина вот тут. Он их назвал irregular, то есть неправильные, ну и мы называем неправильные галактики. То есть формы у них симметричные нет, они какие-то мохнатые, непонятные структуры, всегда богатые межзвездным газом, вот такие. А у нас есть такие? Ну, прямо нет, но можно сказать, что наше родное вот это Магелланово облако, оно в каком-то смысле неправильное. Оно тоже мохнатое, у него нет, хотя диск у него есть. На самом деле диск есть, бар есть, а вот спиральные ветви, вроде бы тут начинается, вот тут вот можно что-то проследить, но постоянно его форма, видимо, меняется, потому что здесь рождается комплекс ярких звезд, то здесь, оно более старое, это совсем молодой тарантул. И вообще у любой маленькой галактики, если куча звезд родилась, она становится такой яркой, что внешняя форма меняется. Потом эти звезды потухнут, тут родится коллектив новых звезд, и форму галактики переклинит в другую. Вот поэтому они неправильные, что они маленькие, но в них часто большие кучи звезд рождаются. Судьба Магеллановых облаков, Анатолий Владимирович только что ее рассказал. Они уже разрушаются, они оба, большое и малое, летают вокруг нашей галактики, теряют свой газ, обогащают нашу собственную своим потерянным газом. Спасибо им за это. Вот Магелланов поток, это фактически то, что постепенно падает на диск нашей галактики. Ну, это мы уже сегодня слышим. Да. Надо заканчивать, да? Можно. А сейчас заходим. Можно, а 4 минуты, вы же так дороже. Пожалуйста, пожалуйста. А судьба всех многочисленных мелких спутников нашей галактики, какова она? Да та же самая. Галактика их съест рано или поздно. И она уже доедает некоторые прямо на наших глазах. Это самое динамическое трение, от него никуда не денешься. И оно совершенно независимым образом говорит нам, здесь не пустота, здесь что-то есть. Если мы видим, как спутники постепенно падают на диск галактики, что-то их тут тормозит, и это что-то независимо говорит нам о присутствии там невидимого вещества. Дело в том, что с гипотезой темной материи сегодня конкурирует другая гипотеза. Новой теории гравитации. Ну, ее иногда называют модифицированная теория гравитации. Она говорит, да мы просто не знаем, как устроено на самом деле притяжение. Не по Ньютону, а может даже не по Эйнштейну, а как третьим образом. И поэтому нам кажется, что вот там вдалеке что-то нас притягивает, а это все та же наша галактика, просто мы не знаем, как гравитация работает. Если бы это было так, то не было бы никакого динамического трения. А раз мы видим, как, ну это, конечно, картинка, но мы, а вот это фотография. Мы видим, что, ну это не наша, соседняя галактика, к нам ребром, и мы видим разрушенный спутник. Он когда-то летал, потом динамическое трение его приблизило к центру галактики, и он разрушился. Его звезды просто растеклись по его орбите. И это независимое указание на то, что здесь не пустота. Здесь не какая-то другая гравитация, здесь вещество, невидимое, но вполне обладающее гравитацией, проявляющее эффект динамического трения, тормозящее движение спутника. Ну а две главных-то, какова их судьба, наша и Андромеда? А их судьбу мы уже тоже достаточно хорошо себе представляем. Вот расчет, который говорит, чем дело кончится. Через 4 миллиарда лет наша и Андромеда сблизятся. Они сейчас довольно быстро друг к другу приближаются. Хорошая скорость. 300 км в секунду. Мы несемся друг на друга.
Ну, расстояние просто большое. А пролетят мимо друг друга, ну так, вскользь пролетят, немножко разлетятся, а еще через 2 миллиарда лет уже в лоб стукнут. То есть через 6 миллиардов лет будет полная, ну примерно, это, конечно, модель, но вот нечто подобное мы ожидаем в момент встречи нашей и туманности Андромеды. И они сольются в единый большой конгломерат, общий конгломерат. Кстати, у нас есть черная дыра в центре, в Андромеде есть более массивная черная дыра в центре. Они тоже, вероятно, объединятся, и будет одна большая здесь черная дыра. Андромеда большая. Это наши глаза ее не схватывают на ней. Если бы у нас более чувствительные к слабому свету были глаза, то вот по сравнению с лунным диском Андромеда была бы такая. Мы-то видим глазами только вот эту часть ярочка, когда смотрим на созвездие Андромеды. А на фотографиях вот, вот в одном масштабе. Луна, конечно, не бывает в той области, нет никогда, но если бы она была, чувствуете, какая она большая была Андромеда. Но в момент слияния будет красиво. Она уже деформируется, и наш Млечный Путь, и Андромеда, они объединятся. К чему это приведет? Да ничего страшного. Звезды не стукнутся друг в друга, облака газовые стукнутся друг в друга, стукнувшись, уплотнятся, а уплотнившись, будут рождать новые звезды. В жизни нашей галактики Андромеды наступит омоложение такое, новая вспышка звездообразования. А пока они еще по отдельности, каждый из них поедает свои спутники. Вот, например, расчет я сделал, как М32, вот это вот, будет постепенно падать на центр своей материнской галактики, туманности Андромеды. Она движется по сильно вытянутой орбите, но через несколько миллиардов лет эта орбита сократится, и в конце концов М32 вольется в состав ядра массивной галактики. Ну, это тоже процесс столкновения двух галактик, об этом сегодня будет рассказ. Мы видим некоторые наши спутники, спутники нашей галактики, уже в процессе распада. Вот Гетариус Бров, Кадык в Стрельце, он уже практически распался. И мы в инфракрасной области его фотографируем, потому что он на фоне Млечного Пути сквозь пыль виден. А его остатки примерно вот так окружают диск нашей галактики. Между прочим, остатки уже разрушенной маленькой галактики очень ценны для нас. Мы потому, как летают звезды, потерянные галактики, можем судить о том, в каком гравитационном поле они движутся. Вот примерно такие звездные потоки, это рисунок, такие звездные потоки сегодня выделены в галактике, когда массовые обзоры звезд Борисовым телескопом, мы прям выделили звезды одного типа, движущиеся в одном направлении, и поняли, что через гало нашей галактики летят потоки звезд. Это бывшие компактные спутники, мы сегодня их разрушили. Ну, как вот комета пролетает сквозь Солнечную систему, и пыль на ее орбите остается надолго. А вот так же звезды остаются надолго, но они движутся по незамкнутым орбитам, и это говорит нам о чем? Если бы гало из невидимого вещества было сферически симметричным, то орбиты были бы замкнуты. А эллипсоидальное гало и его сложное гравитационное поле вынуждает звезды двигаться по незамкнутым орбитам, и мы вот таким образом можем судить о том, какое пространство заполняет это самое dark matter, то есть гало нашей галактики темное, оно еще и приплюснутое. В этом тоже ничего неожиданного нет, галактика вращается, гало тоже вращается, есть центробежная сила. Судьба карликовой галактики. Сейчас я кликну. Сначала скажу. Это маленькая галактика внутри или вблизи нашей большой. Но большую мы не нарисовали, чтобы она не смущала нас, а посмотрим, как меняется форма маленькой галактики, которую поедает большая. Видите, как она теряет свои звезды и постепенно распадается в поток отдельных звезд. Ну, центр еще живой,
но его обдирает. Приливная сила приближается. А центр нашей галактики вот здесь где-то. Просто она не нарисована, иначе она заняла бы все это пространство. И в конце концов этот карлик превращается просто в поток отдельных звезд, несколько там, сотен тысяч или миллионов звезд. Некоторое время еще их можно проследить в пространстве, потом это все расплывается и теряет внешность. Вот примерно вот так это выглядит. Это расчет того, что мы реально наблюдаем в виде такого карлика в созвездии Большой Пес. Но если галактику вернуть на место, то это будет уже вот так. Этот карлик в Большом Псе, он виден сквозь Млечный Путь, и мы видим только его остаточек в инфракрасной области, но потерянные им звезды, они прослеживаются по всему галактике. И последнее. Я уже говорил, что сегодня доминирующая точка зрения, откуда взялись гигантские звездные системы, они взялись при слиянии более мелких. Мы это наблюдаем сегодня. Крупные поедают мелких. Ну, вообще-то это в природе обычное дело. Да? Всегда крупный поедает мелких. Обратного не бывает. А когда мы смотрим вдаль каким-нибудь телескопом Хаббл, мы видим далекое прошлое. И на глубоких снимках Хаббла мы видим, что в прошлом галактики были маленькими, примерно вот такими. Мы их называем строительные блоки, из которых к нашей эпохе сложились более крупные. Но еще какое-то количество мелочей осталось, но крупные доедают маленькие. Не все тут гладко. Не во всех деталях эта теория согласуется с наблюдением. Но общая картина. Вот теперь да. Все. Спасибо. Все, давайте без вопросов пить кофе.